Венгерское консульство в Екатеринбурге отмечает первую круглую дату. Сегодня его представители подвели итоги пятилетней работы. Для уральцев консульство стало своего рода окном в Европу. В прошлом году визы получили 15 тысяч человек. Причем процедуру выдачи упростили по максимуму. Мы выдаем визу здесь, на месте, в Екатеринбурге. И естественно, что из-за этого нет необходимости ехать в Москву. Во-вторых, выдаем визу довольно оперативно. Для российских граждан за неделю, что практически означает 5 рабочих дней. Получение визы обойдется горожанам всего в 35 евро. Бывают и случаи отказа, но их единицы. Консульство Венгрии в Екатеринбурге единственное в России, которое выдает визы не только в свою страну, но и в другие. Австрию, Данию, Латвию, Словению, Словакию и Финляндию. Свердловскую область и Венгрию связывают многолетние партнерские отношения. В 2012 году товарооборот между ними составил около 15 миллионов рублей. Основные сферы сотрудничества – сельское хозяйство, телекоммуникации и строительство. Активно развиваются и культурные связи. Сегодня по случаю первого юбилея в Екатеринбурге устроили выставку, на которой представили книги, фотографии и картины. По словам генерального консула Шандора Молнери, российская культура пользуется все большим интересом у его земляков. В последнее время у венгров стало модно изучать русский язык. Даже на меню раньше было написано сначала на венгерском, потом на английском, на немецком. Сейчас сначала на венгерском, потом на русском и потом на английском и на немецком.